Добрый день, мои дорогие водолеи. Я рада вас всех приветствовать на своем канале. Спасибо всем за просмотр, за лайки, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Итак, мои дорогие водолеи, я сейчас хочу сделать для вас прогноз на январь месяц. Сейчас посмотрим, что моим водолеям принесет январь месяц. Так, смотрим. Общий фон января для водолеев. Ух ты. Ну, вот какие-то поездки будут. Поездки, переезды, съезды, вы едете, к вам приезжают. Вот это весь месяц, даже если это все будет еще оговариваться. Мало что оговариваться, но движение у вас будет весь месяц, ну, очень много. Так, работа для моих водолеев. В работе все хорошо, все активно, кучу новостей будете получать. Новости неплохие, связанные с работой, за работу это дело связано. Хорошо, движение очень много. Вот и поэтому поездки у вас так же само. Поездки могут быть, что касается работы, с работой связано. Вот, но много будет, много всего. Так, финансы для моих водолеев. По финансам, знаете, как исполняется ваша мечта, то, к чему вы шли ранее. Так же само может быть покупка какая-то очень хорошая, то, что вы хотели. Но еще немаловажно здесь, по финансам может быть еще какая-то задержка, но они придут, они есть. Они придут, они будут, но немножечко позже. Здоровье для моих водолеев. Здоровье хорошее. Здоровье хорошее, просто все хорошо. Социум для моих водолеев. О, в социуме, смотрите, остерегайтесь обманов, нечестных поступков от других людей по отношению к вам. Много лицемеров, халимов, нечестных людей, да, гнилых людей, токсичных людей. Это есть. Так что будьте внимательны. Так, совет моим водолеям на январь месяц. Прикладывайте максимум усилий, показывайте силу свою, показывайте свое ремесло, показывайте, какой вы специалист. Это что касается работы. Ну, у вас тут работа хорошо будет идти. И поэтому вы едете, вы что-то там решаете. Но это все хорошо. Чего не стоит делать моим водолеям в январе месяце? Смотрите, кто-то к вам объявится, подойдет, даст о себе знать, чтобы вы оказали какую-то финансовую поддержку. И не только финансовую. Это вам делать не надо. Почему? Потому что человек будет врать. Вот поэтому в социум вышел вам обман идет в вашу сторону. У человека, значит, есть, да? А он реально тупо вас хочет обмануть, с вас хочет поиметь денежку, да? Вот, это поэтому не надо никого в течение всего января месяца поддерживать финансы. У каждого вас посмотрите, кто-то там мужчина подойдет, женщина, там еще кто-то, да? То есть это обман. Человек хочет реально вас развести на деньги. Вот и все. Вот так, мои дорогие водолеи. Будьте внимательны. Так, и чем порадует, обрадует моих водолеев январь месяц? У вас будет очень хороший шанс, очень хорошая возможность, что касается работы. Не упустите, мои дорогие водолеи, этот шанс, эту возможность. Она дается не каждый день. Вот. Но у вас тут по работе просто хорошо. Просто хорошо. Вы столько новостей будете получать, столько движения, прям драйва, огня, да, и вам надо ехать, 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 да. И вот вас радует, обрадует шанс, возможность, что касается работы. Вот. А без работы никак. Вот так, мои дорогие водолеи. Ну, раскладик очень хороший. Но будьте внимательны на социум. Вот этот дебильный, да? Кто захочет вас обдурить? То есть это финансовый аспект, финансовый эквивалент в основном тут у меня идет, да? То есть не одалживайте, не давайте. Это все брехня. Вот так, мои дорогие водолеи, сделать для вас прогноз на январь месяц. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С уважением ко всем к вам, ваш мастер. До свидания.